Привет-привет. Сегодня такая необычная обстановочка. Снимаю в гостях. Пришла посылка. Заказал крестнику на подарок вот такой планшет. И решил снять быстро видос для вас, чтобы показать чудо китайской техники. Данный планшет сделан на базе Allwinner с новым чипом A23 Pro. Двухъядерный. Ну что, посмотрим. Приступаем к вскрытию. Приходит данная модель вот в такой коробочке, непосредственно сам планшетик, мануальчик на английском языке с картинками. Также вы получаете USB кабель для передачи данных, OTG кабель для подключения 3G выносных модемов. Получаете от меня в подарок вот такой вот емкостной стилус. Это для тех, у кого длинные ногти, не может ерзать по экрану. Передвигаем этой палочкой. И вот такое вот зарядное устройство. С евровилкой уже под нашей розетки. Я уже его загрузил. Поэтому моделька уже полностью готова к употреблению. Вот такой вот планшет. Диагональ 7 дюймов. Это не вся яркость. Сейчас продемонстрирую. Так, экран. Яркость. Очень яркий, сочный экран. Вот такая вот моделька, работает без тормозов. Смотрите, просто все летает. Новый процессор, новая прошивка. Очень интересная живая модель. Две камеры. Лицевая 0,3 мегапикселя для разговоров по Skype. И вторая камера 2 мегапикселя. Правая грань под TFT-карточку вырез. Качеля громкости. Верхняя грань. Подключение наушничков. Кнопка включения-выключения блокировки экрана. Вот здесь отверстие под зарядочку. И мини-USB для передачи данных. А также можно заряжать, если у вас нет зарядки. Подключаете к ноутбуку компьютеру, заряжается планшет. Сзади расположен громкий динамик. Ну что, продемонстрирую. Я сюда загрузил уже AnTuTu тест. Так, данная моделька набирает 12679 баллов. Обалденно. Вот информация. Пролистаю для вас ее. Не спеша поставите на паузу, почитайте. Allwinner. Операционная система 4.2.2. Dual Core. Графический редактор Mali 400MP. Разрешение экрана 800 на 480. Задняя камера 2 мегапикселя. Оперативная память 512, встроенных 4 гигабайта, доступных 1.53. Процессор двухъядерный, количество ядер 2. Тактовая частота 1500 ГГц. Работает обалденно, поверьте. Дальше. Этим планшетом может пользоваться как ребенок, так и любой взрослый. Объясняю почему. Встроенный Play Market загружает миллионы бесплатных программ. Поэтому можно играть, работать, учиться. Все, что вы хотите. Громкий динамик обеспечивает хорошую громкость. Громкость регулировка на передней грани. На передней лицевой панели. Емкостной экран. Дальше. Ваш ребенок может учиться.
Уже позагружал некоторые программы, но это я загружал, ой, извините. Это не обучающий, сейчас покажу обучающие программы. Ваш ребенок может учить буквы, цифры, все что угодно. Так, что-то не то сделал. Также можно смотреть YouTube. Загрузил программку. Если нужно что-то конкретное найти, набираю мой любимый сериал «Кухня». Дальше. В игры проиграли. Теперь существует Play Market загруженный, в котором миллион-миллион программ бесплатных, платных. Перелистываем. Вот вам бесплатный. Топ бесплатных. Выбираем любую программу, какая вас интересует. Нажимаем загрузить. Считанные секунды, программа загружена. Установить. Принять. Смотрим на загрузку. Считанные секунды. Приложение загружено на планшет. Сейчас оно установится, и можно будет играть. Можно следить за шторкой. Тут вынесены быстрые виджеты, зарядка, подключение. Тут ваша может быть фотография владельца планшета, яркость, настройки. Все это меняется под верхней шторкой. Не надо, шторку закрыли, все. Пожалуйста, все закрылось. Открываем. Вуаля. Все загружено. Вот такая интересная игра. Поехали дальше. Дальше. Ваш ребенок может изучать буквы. Такая интересная игра. Может изучать буквы, слога. Загружаю любые программы для вашего ребенка. Все это бесплатно. Знаешь.
Ну, смысл вы поняли. Это гласные буквы. Запоминай. А, О, У, И, И, Э, Ю, Я, Е, Ё. Повторяй за мной. Вот такая интересная игрушечка. Так, галерея. Содержит видео, фото. Фотография снята на этот планшет. Снимал. Вот такая вот. Также можно смотреть видеоклипы, которые вы занесете сюда. Картинки. И вот эта панелька вот так убирает ненужные программки. Также есть камера. Выход в интернет. Также можете включить своему ребенку сказки. Как онлайн, так и загруженные на планшете. Выбираем любую сказку. Нажимаем книгу. Жили-были старик со старухой. И это надолго освобождает вас. Ваш ребенок будет слушать, учиться. Интересная игрушечка. Скатала в колобок. Печь растопила, масло напротив. Так что, кому понравилось, ссылочка под видео на мой электронный адрес. Загружу программки любые, какие захотите. Вот такая живая модель за очень небольшие деньги. Комплектуется вот такой вот пленочкой, бесплатно от меня идет в подарок. И вот такой вот кожаный чехол. Приклеили пленку на экран. Положили планшет вот в этот чехол. Сейчас я вам продемонстрирую. Вырезы все совпадают. Вот так вот. Все. Все вырезы идеально совпадают. И ничего не страшно вашему планшету. Так как здесь идет противоударная ткань и пластик. Камеры все идеально совпадают. Что это, что лицевая. Спасибо за обзор. Подписывайтесь на мой канал. Ждем новинок. Пока-пока.